Добрый день. Все, можно уваливать. Щетки, что ли? Я это руки занял. Чуть-чуть попозже, сейчас тут уголь у нас привезли как раз. Не вовремя. Сейчас, подождите, поверьте, сейчас я выйду. Покажи ему, где свалить. Ага, ладно. Где свалить? Там, ладно, брат, перезвонил. Летаюсь. Сейчас, подожди. Ты меня выпроводи туда, сейчас он будет. Иначе, Иначе! Нет, рассчитаться же надо. Это еще машина? А, еще машина, да? 3 тонны будет как раз, да? Ага. Собачку. Так, подожди, подожди. О, ой, это Галя носит сколько. Давай. Ой, ой. Давай сюда, иди. Иди скорее. Вот они мои собачки. Вот они мясо любят. Снежок идет у него, кай. Смотри какой, это вот ему вот это родители его. Вчера тут одна женщина подошла с ребенком, и она меня говорит, что вы, говорит, собак приучили здесь, ребенку пройти нельзя. Я говорю, они никого не трогают. Я говорю, вы прикормили их. Я говорю, они кормить, они злые, они человека заедят. Они добрые такие, вот он, его повредили ухо им, вот лапу дает, видишь? Лапу дает, лапу дает. Дело в том, что они подбегали, обтявкали эту женщину. Вот. Ну а что? Пускай палочку идет с палочкой, они дрожат и зря. Сейчас я послушаю еще. Сейчас, еще 2 собаки. Ну-ка. Стой. Ой, вот он какой у меня, ест мясо, иди держи, вот молодец, давай. О, да ты глотаешь прямо живьем, на тебя не напасешься, ты большой, смотри сколько, ну, ему даже морду вот здесь, видно, крепко его повредили, еще 2 собаки тут бегают, даже 3. Ну нет, а черный исчез, все нету. Все на этом. Он еще приедет? Да, еще одну машину. Ну их можно было как-то не пускать, уже закрыть. А то они у меня тут будут сейчас лазить. Все. Дальше идите отдыхайте. Что, еще надо? Ну что такое, а? Ну сколько же можно? Ну-ка. У нас беспородные собаки, а такие прям преданные. Я говорю, пошел как-то в КГБ, в ФСБ, они за мной. И сели там у ворот, и пройти нельзя, я не знаю, что с ними делать. А тот близко не подпускает.
Ну все на этом, я пошел домой. Угу. Надписи-то надо пора делать уже. Я сделаю сейчас, да? Я сегодня дома, то что я сделаю. Давай-ка прикроем, наверное, а потом открыть можно. Пускай они идут. Все, пока на этом. Угу. О, опять снег. Ну, маленько. Это Галя приносит всякие отходы мясные. Всю зиму кормлёшь, не первую зиму. Можно было бы слезть и голубей показать, как парят они. Никогда не видел? Да почему не видел? Видел. Можно было бы залезть и показать. Что у меня там назад? Порезан, нет? Не знаю. Вон собаки-то, глянь под эту, глянь под ворота-то, как выглядывает-то. Да. У нас везде надписи висят. Идет видеозапись. Давай-ка слазим. Для интернета. Дело в том, что я получил известие печальное. У меня племянник живет в Белово. Я ему дал голубей, у него много было. И кто-то ночью залез, утром пришел, все растерзано, все голуби погибшие. Он плакал, говорит. Ну, я говорю, у меня там две голубятни, надо посмотреть, какие парами. Если не парят, дать им. Тут можно посмотреть. Сюда. Я сейчас открываю здесь голубей. Посмотрим, какое у меня состояние тут в голубятне. Вот так. Заходим. Гули, гули, гули. Наделали, а? Ну еще у меня тут наделали. Вот посмотри. Дал пшеницу, сколько на пол насыпали. Вот тут два ведра и тазик. Сейчас я их буду кормить здесь. Смотри, что тут. Вот загляни сюда. Вот, видишь, голубка парит. Угу. Это у нее это парит она. Вот она, я показываю руку. Вот она поднялась. Ну-ка. О! Так, это одна парит. Теперь смотри. Вот вторая парит. Вон под ней яйца. Видно, нет? Ой. Вон он, яйца. Вон, посмотри. Видно, видно. Это вторая парит. Вот третья. Гляди. Напружинилась как. Третья. А вот четвертая парит. Тоже бьет. Гляди. Вот. А здесь у меня сизарь. Вот она, сизарка сидит. Вон она внизу. Но ее трогать нельзя. У нее малыш, иначе он застынет. Почему-то один. Ну, четыре. Четыре, если выведу даже по одному, еще четыре. Сейчас я буду их кормить. Кормить диколикатесом. Отойди-ка сзади или оттуда будешь. А тут они не выйдут. Они не подлетят, потому что ты там пугаешь их. Ну-ка, попробуй как-то с другого места снять. А мне вот. Там на свет. Они не слетят туда. Сейчас я. Гули, 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 гули. Смотри. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Чужого человека боятся. Все на улице. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. С улицы, чтобы зашли. Один не пускает их. Чисто стоит.
Гули, 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 гули. О, дубоносик прилетел. Такая порода интересная. Больного на дороге или как подобрал, один мне привез. И она оказалась голубкой. Хорошая голубятина. Гули, 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 гули. Тебя боятся. О, они тут прям вокруг меня. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Скорее идите. Вот один слетит, тогда другие будут. Гули, 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 гули. Да хорошие мои гули, да замечательные гули. Гули, 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 гули. Скорее идите, ешьте. Вот он прилетел, какой лохмоножка. Какой у него гребешок. Это откуда-то залетный. Гули, 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 гули. Все на этом. А эти сидят, сегодня холодно. Они с гнезда не слетают. Это у меня мешок с этим, с семечками. Ну-ка, потихонечку выйди, посвети туда, как у меня. В прошлом году мыши много попрали. Я все подвешал один. Было трудно, вас не было. Вот смотри, они сейчас ко мне подлетают сюда. Гули, 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 гули. Ну, там много. Скорее, вот они ко мне. Скорее, скорее. Видишь? Тебя, чтобы не видно было, они сейчас подлетят. Гули мои, гули, да хорошие. А вот этот вырез как раз маленький у меня был на руках. Пятнышко справа. Вон сколько поднял, это все сам поднимал. Там дальше видать сколько висит? Вон дальше-то посмотри. Вон там там. Вон там видать. Ну ладно. Пошли. Вот как. Это вот книги у меня сейчас стоят. Пойдем-ка. Давай, спать. О, это холодно. О, у нас сегодня 15 марта. Ну-ка вот сюда зайди-ка. Вон они где, около трубы. Приблизь. А нет, снег едят. Вон гули мои, не услышали. Не пришли. У меня сейчас немного их. Когда-то было... старую поставил, так одна за одной так и вылетает. Один раз пришлось 300 штук сразу их. Ну все. Пошел, это у меня тут зимует.